Мир Божий вам, дорогая церковь, давайте займем места. У нас есть хорошее время рассуждать над Словом Божьим. Давайте откроем Библии. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих и ниже до конца главы. Будем внимательны к Слову Божию будем следить, и я верю, что Слово Божье живо, действенно, и оно производит свою работу в нас. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб сей – или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда Приду. Амин. Очень благословенный, очень серьезный текст Писания и слово, которое оставил для нас Господь. Это заповедь, которую апостол Павел принял от самого Господа и передал каждому из нас. И когда мы рассуждаем в преддверии хлебопреломления, в преддверии нашего участия, мы понимаем, что хлебопреломление или вечеря Господня – это вспоминание. «Сие творите в мое воспоминание». Это вспоминание и рассуждение о смерти и страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Мы едим хлеб и пьем вино в Его воспоминания. И, конечно же, это не только вспомнить, или иногда люди говорят в других обстоятельствах, надо помянуть кого-то. Я хочу сказать, мы не только вспоминаем исторический факт. Мы не находимся в музее, мы не находимся, может быть, в каких-то рассуждениях о неком историческом прошлом жизни Иисуса Христа. Конечно же, это прежде всего подтверждение твоего и моего завета с ним, живых отношений, наших живых отношений с живым Богом. И уже приготовлена вода для крещаемых во втором служении. Но было время, когда ты и я мы входили в воду завета, и мы говорили, я обещаю, я обещаю. И мы давали это обещание. И когда мы участвуем в хлебопреломлении или приходим на вечерю Господню, прежде всего это экзамен, это тест, это то состояние, когда мы заявляем в духовный и физический мир. Господь, я иду за Тобой, я все еще в пути, я еще не в вечности, я еще не на небесах, я здесь на земле, но мое обещание, оно в исполнении. Я продолжаю двигаться этим принятым решением однажды, служить тебе чистой и доброй совестью. Это твое и мое свидетельство, вновь и вновь подтверждение того, что мы однажды говорили в воде и обещали пред Господом. Конечно же, когда мы участвуем в хлебопреломлении, есть определенные условия. Необходимо участвовать достойно. И кто не будет и есть и пить достойно, или кто ест и пьет недостойно, первое, он будет виновен против тела и крови Господней. Второе, он ест и пьет осуждение себе. Другими словами, выносит приговор сам себе. И третье, после суда наказываемся. От Господа виновен будет, если пьет осуждение себе, и мы наказываемся от Господа. От Господа приходит наказание. Почему? Написано, чтобы не быть осужденным с этим миром. Вы знаете, что время начаться суду откуда? С Дома Божия. Когда мы стали на отношения завета, когда мы сознательно в зрелом возрасте приняли это решение следовать за Ним, у нас с Богом вступают заветные отношения. И мы уже не будем осуждены с этим миром. Но если мы приходим в присутствие Божье и каким-то образом участвуем недостойно, то Господь уже начинает судиться с нами, и мы своим, скажем, действием, принятием крови, принятием тела хлеба или вина, которое мы пьем, символизируя или подчеркивая вот это наша причастность, причастие к телу и крови Господа Иисуса Христа, мы сами себе выносим суд. И вы знаете когда мы говорим на примере наших детей, меня мало волнует, хотя тоже волнует, как ведут соседские дети. Но меня очень сильно волнуют мои собственные дети. И если они как-то себя неправильно ведут, я начинаю сокрушаться в своем сердце. Я начинаю задавать себе вопрос, что я сделал не так, почему я их воспитал не так что происходит в их жизни и как я могу помочь им исправиться, пока еще есть время. Когда я вижу соседских детей, которые ведут себя плохо, я могу сделать им замечание. Но я никогда не применю к ним дисциплину, которую имею я как отец к собственным детям. Нечто похожее происходит в наших отношениях с Богом. Бог начинает дисциплинировать нас. Бог начинает работать с нами. И вы знаете, нашим детям не нравится, когда их наказывают. Моя дочка три года, она говорит, этот глупый ремень, он плохой ремень, он ей не нравится. Но вы знаете, Библия говорит о том, что ремень приносит благословение. Дети да скажут аминь. Дождешься. Но когда наши отношения с Богом, что мы ищем от Бога? Мы так же, как и наши дети, мы ищем прощения и милости. И мы приходим вновь и вновь ко Христу. Мы приходим вновь и вновь к хлебопреломлению. И говорим, папа, мама, я больше не буду. Прости меня, я больше не буду. Вот я там, я... и мы понимаем, что мы наделали. И мы говорим, мы больше не будем. И какое-то время нам сходит. Но приходит один момент – когда папа или мама в нашей обычной жизни говорит, ты уже много раз обещал, и это не работает, твои обещания не имеют силы. В нашем случае взрослых людей в взаимоотношениях с Богом, Бог однажды может сказать нашу жизнь, твой завет, твои обещания не имеют силы. У меня нет выхода, ты сам выносишь суд себе, ты сам выносишь приговор себе, я хочу во имя твоего спасения во имя изменения твоей жизни, судьбы, во имя вечности я хочу дисциплинировать тебя и преображать твое сердце и твой разум. И поэтому мы страдаем очень часто. Мы нуждаемся в исцелении. Но исцеление приходит тогда, когда мы в правильном отношении пред Господом. Мы чуть позже поговорим об этом. Итак, тема сегодняшнего моего короткого рассуждения называется так оправдан или осужден? Как получить благоволение от Бога? Как служить или ходить пред Богом так, чтобы получить благословение, чтобы Господь призрел на тебя и посмотрев однажды на эту землю, посмотрев, и сегодня я верю, что это будет сто процентов, на наше участие в хлебопреломлении. Он сказал, это Сын Мой, или дочь моя, в котором мое благоволение. Я хотел бы услышать эти слова к себе. Я хотел бы услышать эти слова к церкви Христовой. Если есть какое-то препятствие, что сделать, чтобы его не было, как убрать его. Давайте прочитаем еще один текст Писания, даже два текста Писания. Они очень созвучные. Это книга пророка Исаии, 57 глава, 14-15 стих и сказал, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его. И дальше очень внимательно. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных – и оживлять сердца сокрушенных. И та же книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Аминь. Есть определенные условия нашего следования за Христом. Но на протяжении всей Библии, всего Писания, я хочу сказать, что вот эти два текста, они очень ярко подчеркивают сердце Бога и Его характер. Они очень четко говорят, на что Бог презрит. Были мужи Божии, которые совершали множество ошибок, множество серьезных грехов, но их состояние смирения, сокрушения и трепета пред Словом Божьим позволяло им продвигаться дальше. И да, они где-то терпели наказание, да, они проходили трудные обстоятельства жизни, да, Господь не закрывал глаза их на их проступки, но это позволяло им быть праведными перед Богом и следовать за Богом. И Бог говорит, это мой сын или моя дочь. Первое условие – смирение. На кого я презрю? На смиренного. Смиренного. Псалом 137, 6 стих. «Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали». Смирение и гордость, они противоборствуют друг с другом. И один человек сказал, «Я так горжусь тем, что я не гордый». И вы знаете, ты понимаешь, что это уже начало конца. Потому что гордость, она идет от начала, она идет от вечности, возгордился один из ангелов. И хотим мы этого не хотим. Эта гордость, она есть внутри каждого из нас. И наша задача, наша цель удалить всякую гордость из нашей жизни, потому что Господь, обозревая землю. Он очень высок, и небо престол Его, а земля под нож и ног Его. И когда Он обозревает всю землю, Он видит и того, и другого. Он видит и смиренного, Он видит и гордого. И гордого Он изда видит издалека. Он говорит: О, о, это идет гордый человек, и он никогда не презрит на него. Но Господь презрит насмиренного сердцем своим. И когда мы приходим, приносим жертву пред Господом, очень важным составляющим нашего отношения с Богом должно быть смирение. Давайте вспомним Каина и Авеля. они принесли жертву Богу, они принесли жертвоприношение. И удивительно, на одного призрел Господь, а на другую жертву не призрел. И очень сильно огорчилось сердце Каина. И казалось бы, ну что нужно делать? Если Бог не призрел на твою жертву, тебе необходимо покаяние, изменение, преображение, сделать нечто лучшее, чтобы принести эту жертву и второй раз Господь призрел. Но нет же, Происходит совершенно обратное, что часто происходит среди нас людей. Мы начинаем искать виновных вокруг нас, и мы не пытаемся согласиться или признать обличение Господа. Мы пытаемся проигнорировать. Ну ничего страшного. Бог в этом собрании не посетил меня, но, ну, может быть, в следующий раз посетит. И очень часто мы начинаем искать виновных, и этот не так сделал, и проповедь не такая была, и может, молитва не такая духовная, и мы начинаем как Каин искать виноватых. И знаете, что происходит? Происходит убийство. Зачем ты убиваешь собственного брата? Разве он виновен в том, что Бог презрел или не презрел? Начинаются неправильные отношения друг с другом, и это производит падение и еще большее поражение в жизни. Притчи 16, 16 глава, 18, 19 стих. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Лучше смириться духом с кротким, нежели разделять добычу с, горки, с гордым. Когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, Филиппийцам 2 глава 5-8 стих написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ Раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирив себя, мы можем учиться у Иисуса. Второе ⁇ это сокрушенный наш дух. Нет времени много рассуждать, можно было много говорить, но мы движемся дальше. Псалом 50, 18, 19. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Бог не отменяет жертвы. Бог не отменяет жертвоприношения, поклонения Ему. Но Ему очень важно состояние нашего сердца и нашего духа. Сокрушенный дух, он показывает, или что это? Он показывает внутреннее состояние человека, переживающего скор, печаль, раскаяние или горе, дошедшего до отчаяния или уныния человека, тоскующего о чем-то важном. И второе, о чем говорит сокрушенный дух, он показывает на действие силы, действующей на что-то. Слово сокрушение очень часто обозначает или, знаете, имеет также значение, как что-то сломать, разбивать, дробить, уничтожать силой, сокрушить сокрушены кости были. И вы знаете, вот это сокрушение, это удивительное состояние. Это удивительное состояние перед Богом. Это состояние, которое может только оценить сам Бог. Это не столько наши эмоции, это не столько наши чувства, это внутреннее, когда мы всем своим естеством начинаем сокрушаться пред Богом. И когда мы видим эти знаки, которые символизируют страдания и смерть Иисуса Христа, это не наигранно, не наиграно, но искренне от нашего сердца происходит вновь и вновь сожаление о том, что мы сделали в греховной жизни, не зная Христа. Это происходит вновь и вновь. Мы снова анализируем свою жизнь, мы испытываем себя и мы говорим: Господь, я на в этом месяце я достаточно, может быть, часто огорчал тебя своим поведением, своим характером, своим хождением пред Тобою. И когда наш дух сокрушается, мы становимся, вы знаете, очень низко, мы падаем низ пред Богом, мы просто можем распластаться перед Ним в своем духовном состоянии, понимая, что Он Бог, а мы никто. И если не Его милость, то мы бы уже не жили, но мы были бы наказываемы, осуждены, и уже нас не было бы. И это сильное сокрушение, которое должно приходить в дух каждого искренне верующего человека, следующего за Христом. Очень часто Бог допускает обстоятельства гордых людей или не желающих что-то менять в своей жизни. И он прикасается к нашему телу. Написано, многие из вас больны, немощны и немало умирают. Он допускает в нашу жизнь определенные обстоятельства. И, к сожалению, большому сожалению, мы только так порой, или человек только так порой, может сокрушиться пред Господом. Богу ничего не остается делать, как просто сломать нашу гордость, наше тщеславие, нашу плоть, уничижив, прикоснуться состава бедра, чтобы дать превосходство Духу Божьему. И мы иногда хромаем на оба колена или хромаем на состав своего бедра до самой вечности – но только, к сожалению, таким образом Бог прикасается к нам и сокрушает наш дух. Да не будет этого. Если мы хотим получить исцеление в этом собрании, очень важно иметь сокрушенное сердце. Евангелие от Луки 4,18. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Это слова Иисуса. «И послал меня исцелять кого?» сокрушенных сердцем. Сокрушенных сердцем. И последнее. Трепещущего пред словом моим. Трепет в словаре означает колебание или дрожание, сильное волнение, напряженность чувств от каких-то переживаний. Достаточно сложно обычное толкование этого слова применить к этому значению трепетать пред Словом Божиим. Я хочу напомнить всем нам, Евреям 4:12, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье проникает – оно острее меча. Это оружие с одной стороны, которым мы можем сражаться, и это жизнь. И так важно иметь благоговение и определенный трепет, волнение, переживание, когда мы берем в свои руки Слово Божие. Когда мы слышим Слово внутрь своего сердца от Бога, когда звучит пророческое Слово, как важно носить эти слова и с этим трепетом своего сердца сказать, Господь, а я хочу исполнить все, что Ты говоришь мне. Буквально коротко и мы будем молиться. В октябре прошлого года, выходя из своего дома, подходя на парковке к автомобилю, мои глаза упали, и они так, скажем, таким словом зацепились или остановились на листке бумаги. Это были листки, которые вырваны из Слова Божия. Я нашел один листик, который был вырван. Потом я посмотрел вокруг, и я нашел еще два подобных листика, которые были просто вырваны, и здесь псалтирь, Евангелие от Матфея, несколько страниц из Библии Нового Завета. Я поднял их и я увидел там несколько противоречий. С одной стороны, видно, что с этой Библией кто-то работал, потому что подчеркнуты те места, которые касались сердца человеческого. С другой стороны, на каждом из них были написаны неправильные слова. Например, Библия ⁇ это ложь и фальшивка. Или это мерзость. И вы знаете, какой-то человек, я не знаю кто это, он или сам разочаровался, или, может быть, он взял чью-то Библию, он начал вырывать страницы, подписывать, что это ложь, и ходить, разбрасывать возле подъезда домов или просто по улице. И я, знаете, так подумал, я начал молиться за этого человека и какое-то еще время долго молился. Я не знаю его судьбы до сих пор. Но эти листики, они очень сильно проговорили в мое сердце. Друзья мои, никто не взял книгу Карла Маркса, никто не взял войну и мир и не начал вырывать оттуда и подписывать, что это ложь, это какая-то мелодрама, это какая-то чушь. Но Слово Божие настолько сильно взбудоражило человека. Неправильно что он начал противиться этому слову, оно не оставило его равнодушным, он хотел хоть как-то вы высказать свою злость. Конечно же, это человека держим дьяволом, конечно же, это неправильный поступок, но это слово, оно не заставило его просто равнодушно, может быть, отбросить в сторону. Но как часто верующие люди, мы с вами, мы так пренебрегаем силой слова, мы так часто знаете, стираем пыль с наших Библий, трепещущего пред Словом Моим. Это что-то очень сильно значит для Господа. Это что-то очень важное в Его глазах. Евангелие от Луки, 22 глава. Иисус находится в Гефсиманском саду. Он пришел на гору Елеонскую, за ним последовали ученики. Он пришед, сказал на место, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет» не так, как я хочу, не так, как говорит плоть, не так, как я понимаю, но, Господь, так, как хочешь этого Ты. Я соглашаюсь с Твоим решением, я соглашаюсь с Твоим словом. Очень часто Иисус повторял эти слова, я не творю свою волю, но я творю лишь волю пославшего меня Отца. Оправдан или осужден. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на, на трепещущего пред словом моим. Аминь. Давайте помолимся.